Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сейчас мы будем продолжать играть в быстрых строителей. Я, короче, ничего не запомнил, что нужно строить, поэтому буду подсматривать за остальными игроками. Вот, они строят вот такого вот... чувачка, давайте-ка мы его тоже построим. Вроде бы из вот этих блоков. Да, давайте, ставим заборчик, отлично. Что-то мы уже построили, это уже хорошо. Так, дальше у нас вот такая конструкция идет с двух сторон. Это вроде бы достаточно легко. Остается 8 секунд, нам бы, конечно, не помешало поторопиться. Так, заборчик, я увидел, что надо ставить заборчик. Поэтому сейчас я его тоже поставлю. Не успел. Ну, в принципе, неплохо, мне кажется, получилось. Не хуже, чем у остальных. Поэтому, думаю, я не проиграю, да? Интересно, кто проиграет? Ага, вот этот игрок, который даже не успел заборчики поставить. Окей, ясно, понятно. Давайте строить дальше. Что это у нас такое? Ага, двери тут повсюду, какое-то стекло. Ну, вроде бы достаточно легко. Прям очень легко. Поэтому сейчас, смотрите, построю все за секунду, самый первый, хотя не факт, может быть, все-таки не самый первый, но построю в любом случае, потому что это легко. Посередине стекло не забываем ставить, ага, и вот здесь еще одну деревяшку, отлично, все, в принципе, осталось только двери поставить и также вот эту вот траву. Я запомнил, где она стоит, поэтому, опа, готово. Эх, я второй. На одну секунду какой-то какашка меня опередил, но ничего страшного, второе место тоже неплохо. Ой-ой-ой, кажется, игрок не знает, где ставить эту траву. О нет, он, кажется, сейчас проиграет. Да, он вообще не там ее ставит. Ой, ну ты даешь, конечно, игрок. Хотя, наверное, кто-то еще неправильно построил или нет. А, да, вот, смотрите, этот игрок тоже неправильно листву поставил. Чё ж так сложно было запомнить, она же так легко ставится. Это странно. А, он даже двери не туда поставил. Ясно тогда, без проблем, я понял. Так, что это у нас такое? Ага, какие-то стены нужно поставить и все. Не, ну это легко. Хотя на самом-то деле не сказал бы, что очень легко. Да, нужно запомнить, где они стояли. Так, вот тут. Потом, по-моему, вот тут две стояли. А потом чё? Ребята, я забыл. Честно говоря, я реально забыл, чё делать. Давайте, наверное, вот тут поставим три блока. Вот так. Потом два вот тут. Ага, и может быть вот так? Нет, неправильно. Тогда может быть вот так? Нет, тоже неправильно. Ребята, блин, я сейчас проиграю. Я не помню, как ставятся все эти блоки. Давайте подсмотрим. А, я, кажется, понял. Я все понял. Вот тут они ставятся, да? Или нет? Блин, я сейчас проиграю. Одна секунда, все, я не понял, где их надо ставить. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, вообще непонятно на самом деле. Я думал, это будет очень легко. У меня 63%, это очень плохо. Я не проиграл! Ура, отлично! Фух, это было близко, наверное. У него тоже примерно столько же процентов было, но у меня больше. Так, это у нас что, цветочек, хорошо. Вроде бы тоже кажется достаточно легко, но на самом-то деле сейчас будет, наверное, очень все сложно, и каким-то образом мне нужно это дело все построить. Так, вот это я точно запомнил, как строится. Ага, потом что у нас идет? А потом что реально, я не помню. Наверное, вот так вот, да-да-да. А потом, угу, вот так, с этой стороны, потом с другой также. Ну, я надеюсь, что я все правильно делаю, потому что если нет, то это пипец будет. Да, и мне кажется, я неправильно что-то делаю, ребята. Потому что у меня еще очень много блоков остается, и куда их ставить? Не понял. Я вообще не понял прикола. Наверное, вот сюда. Нет, неправильно, ребята. Блин, я что-то сегодня очень сильно туплю и не понимаю, как что строить. Как же он не так построили-то его, не понял. У меня 88%, а, ну я хотя бы не проиграю, потому что вот у этого игрока 100% хуже, да, он вообще непонятно что построил. И чё, нас осталось трое, и на самом деле меня это пугает, потому что те игроки, по-моему, профессионалы, они быстрее меня все строят, и это очень страшно. Да, окей, так, это у нас какая-то бутылочка с водичкой. Так, ну вроде бы достаточно легко выглядит. Ну да, конечно, у меня все достаточно легко выглядит, а потом я проигрываю. Да, вот такие вот дела. Хорошо, строим. Строим со всех сторон, стекло ставим, поднимаем и все это дело. На самом деле я не запомнил, как строится верх, поэтому будем что-то пробовать делать. Так, вот тут, наверное, вот так вот это все делается.
А потом чё? Потом, ага, давайте это мы подсмотрим немножечко. Поставим вот тут стекло, вот тут. Да, правильно, ничего себе. Просто случайно как-то поставил стекла и в итоге вроде все правильно. Так, а чё, у всех что ли правильно или нет? Интересно, интересно, кто-то проиграет сейчас? Походу да. Оу, смотрите, он не достроил пару блоков. Вот это, наверное, обидно было. Окей, смотрите, мы остались один на один. Вот это круто. Круто, давно я не оставался один на один. Это у нас телефон. Ну, вроде бы вообще легко. Конечно же, как обычно. В общем-то, все легко у нас. Так, три блока. Ага, ставим тут везде кнопочки. Дальше у нас вот такой вот маленький экранчик в один блок. И готово. Отлично, 100%. Я первый. Я быстрее построил на 3 миллисекунды. Так, что это такое? Это леденец какой-то? Угу, наверное, да. Окей, вроде бы тоже легко. Поэтому давайте строить. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Теперь... А теперь-то что строить надо? Я, короче, буду вот за этим игроком повторять. Ага, ага, вот так вот. Буду просто делать то же самое, что и он. Потому что я ничего не запомнил. Ага, все, я понял, ребята, быстрее ускоряемся. Нам нужно срочно ускоряться. Да, все, готово. На самом деле, если бы я не подсмотрел, я бы, наверное, проиграл. Да, потому что я с самого начала там неправильно поставил блок. Так, это у нас что, какая-то комнатка такая небольшая. Ага, ну вроде бы достаточно легко, опять же таки. Ладно, я не буду говорить это слово, потому что... Мне не везет, когда я его говорю. Поэтому будем просто брать и строить. Вот так вот. Не понял. Что-то я неправильно делаю, что ли? Ага, все, вот так вот. Ребята, все плохо. Я не успеваю. У меня что-то неправильно. Нет, я проиграю. Все, я выбыл из игры, к сожалению. Я что-то неправильно построил. Да, я поставил неправильно вот эти вот кустики. Очень жалко, на самом деле. Еще бы на один блок подальше я их поставил, и все, я бы прошел дальше. Но нет, я проиграл. Ну чё, вторая игра, давайте попытаемся выиграть, что ли. Да, почему бы и нет. Так, что это у нас вообще такое? Я ничего не понял, что нам нужно построить, но вроде бы это достаточно просто. Давайте, оп, 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 тут у нас везде листва ставится, ага, потом у нас идет вот тут три блока, потом опять четыре. Вроде бы вообще без проблем, сейчас я все успею, ага, ага, раз, два, три, готово. Да, это было легко, хотя казалось на самом деле, что это будет очень трудно. Окей. Ждем, ждем, пока все построят, или, может быть, тот не построит. А, вот этот игрок, кажется, проиграет, ребята. Что-то мне подсказывает, что у него ничего не построено. Вообще ничего. Да, он проиграл. О, печенька, печенька. Я как бы люблю печеньки, поэтому сейчас я ее построю. 100%. Да. Тут у нас получается два блока. Ага, здесь один, потом она расширяется. Короче, давайте я вначале поставлю все вот эти вот оранжевые блоки, а потом уже буду думать, куда ставить другие. Потом у нас вроде вот тут блок ставится и где-то вот здесь, если я не ошибаюсь. Но, скорее всего, я ошибаюсь. Чё у меня за печенька получилось? Это вообще не печенька, далеко. Нам нужно что-то менять, ребята. Ребята, нам нужно срочно менять все, что у нас тут построено. Я что-то построил, но это неправильно. Да, что-то я затупил на самом-то деле. Ну, вроде бы у меня не самая худшая печенька. 80%, да, я успел на последних секундах что-то там изменить, более-менее поставить, все хорошо, и проиграл у нас вот этот игрок. Хорошо. Опять машинка? Я ее уже просто в каждой игре строю, и это вообще легкотня какая-то. Реально, ну что тут строить? Она же такая простая. Всего лишь-то 4 колеса, кузов и все. Вообще легко, легче некуда просто уже. Думаю, сейчас я самым первым ее построю, потому что это вообще очень легко. Ставим блоки здесь, стекло тут и все готово. Вообще легко. Смотрите, самая лучшая машина. О, смотрите, я даже знаю, кто сейчас проиграет. Игрок, который просто стоит на месте. Он, наверное, расстроился из-за чего-то, поэтому решил дальше ничего не строить. Ну что ж, мы опять остались один на один. И кто же выиграет, ребята? Как вы думаете? Я не знаю, на самом деле, как строит мой противник, хорошо или плохо, но надеюсь, плохо.
О, это та самая постройка, на которой я провалился в прошлой серии, помните? Да, это та самая постройка, пипец, конечно. Это было очень обидно в прошлый раз, когда я проиграл, потому что на самом деле постройка вроде бы кажется очень простой, но ее очень трудно строить и долго, что самое-то главное. Поэтому я свои ошибки учел, и теперь смотрите, как я буду действовать. Для начала нам нужно ставить слизь, это прям стопроцентная информация, отвечаю, ребята. Потом мы ставим дальше слизь. Немножечко закругляем нашу постройку вот таким вот образом. Ага, готово. И теперь всего лишь добавляем где-то вот тут, получается, блоки. Нет! Что я сделал? Ну, у меня не хуже, я думаю, потому что у него очень мало построено. Хотя у него есть белые блоки, я их забыл поставить, но я выиграл! Ребята, наконец-то! Я выиграл в быстрых строителей! Это круто, наконец-то! Давно я уже не выигрывал, и вот, наконец-то повезло мне все-таки. Ну, а на этом я уже буду заканчивать, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Ссылочка будет в описании, конечно же. С вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!